Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня у нас лайтовая покатушечка с подписчиками на стоковых машинах. Сережка, УАЗик. О, даже назад. Ничего себе. Очень удобно. Сзади лебедка, да? А что так? А, ничего себе. Хорошая тут колея. У вас блокировки. По-моему, 32-й нартеки у него. Две лебедки. Костян, ему еще назад, он не выйдет. Я думал, ходом проедет, нет? Не знаю. И Костян. Едем мы по лайт-маршруту Хэллоуина 21 года. Семейная выездка с детьми. Да, детем ее. Да. В общем, кайфуем сегодня. Просто поездка выходного дня. Так, Серега, 32-й нартеки. Спереди пневма. Сзади, что там сзади у него? 100% Иштехно. Не, он уже выехал. И прям вот сюда. Прям выезжай сюда. Выйдет. Либо так. Либо так. А? Да. Еще раз. Все, вперед. Еще раз, давай. Чуть правее. С таким красивым видом, к сожалению, туманка, дымка, туманка, гараж, все наши. Аккуратно, может, не кусается собака? Нет. Засасывает насмерть. А УАЗик от них это делает. Кайфуем. Поехали дальше. Да? Поехали. Штурман УАЗика. Бешеный, максимальный. Пробки в лесу. Ой. Да не, нормально. Кока-колка же. Че сигналишь, че нервничаешь? Мы не нервничаем, просто посигналили. Воробьев разогнать. Давно по маршруту никто не ездил, я так понимаю, после зимы никого не было. Очень много деревьев и деревьев хороших. Но я бы объехал вот все это дело. Ну, Костян... Едем, вот такое вот красивое место в папоротниках, почти с машину высотой. Красотища! Порубиться? А ты не хочешь порубиться? Вообще просто. А что, вы встали, не? Да, встал. Нет, а Нива? Да, они тянут за Ниву. А, тянут за Ниву, а что, деревьев мало? Окей, отходи. О, хорошо! Ай, кайфарик! Ха-ха-ха-ха!
Ну, УАЗик сидит. Хороший подъемчик, чуть-чуть с колеей, сток присел, УАЗик присел, Костян, по-моему, там с Серегой лебедятся. Здорово. Сейчас будем думать, что делать. Сегодня спасаю всех. Вот сюда. Видишь дорогу? Право, 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 право. Ты куда? Ты куда, Виталий? Так. Сейчас. Вот сюда надо вырулиться. Все нормально. Давай влево, вперед. Стоп, стоп, стоп. Влево выкручивай. Да я не тебе, блядь. По-моему, проходишь. Не-не-не, сильно не надо крениться. Хорош. Сделай влево-назад. Все, 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 стой. Потихонечку, на малом. Сильно тоже не выкручивай. У тебя раздатка не вылетела? Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Идет, 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 отлично. Все, оставайся так. Руль влево чуть-чуть. Влево, все. Стандарт едет, да? Да, да, и до кон... Куда надо было? Направо. А, направо. Ну, я бы на твоем месте поехал прямо просто. Пас теперь полтора. А что, он зарядился, акум у него, да? Ну да, у него фишка слетела просто. Это след, спускается все. Опа. Да, все четко. Да, смотри, как четенько, Костян. Выкручивай, поехали. Слышь, ты не оху... Прямо и налево. Хорош? Че, поехал, видишь? Да, молодец. Да, вот так. Ага, кони. А, дерево аккуратно. А это что за звуки у него? А что у него за скрип? Очередное было дерево впереди. Проехали мы перевал. Вот оттуда мы спускаемся. Не видно. Сейчас вниз к речке, и там еще километров 5, и будет уже базовый лагерь Хэллоуина. Все, продвигайтесь вперед. Там впереди. А
2. Ты тоже поместишься! Да. Вуаля. Ребята, ну, лайт маршрут закончен. У нас уже... Ожидает фарс. У нас уже пикник, обед. И, возможно, сейчас покушаем. И поедем дальше рубиться. Куда-то туда. А так вообще речка кайфовая. Это место нам знакомо. Мы только приехали сюда с другой стороны. Это у нас проходила масленица здесь. Масленица, сейчас будет ссылочка сверху. Я тогда вот на этом месте порвал гранату и выбыл. А Костян тогда собрал все точки. Красавчик. Это было больше года назад. Все. Спасибо, что были с нами. Это, наверное, очень короткое видео. А Нива Стокова уехала, им нужно было домой. Но зато они, мы все удивлены, они прям молодцы, проехали везде. Там, ну, пару раз их потянули, это нормально. Все, всем до связи. Пацаны кайфуют. Всем удачи и пока.